Галоўнае за тыдзень у эфіры 4 канала. З вамі Раман Біш. Бліжэйшыя 30 хвілін будзем узгадваць галоўныя падзеі адыходзячага тыдня на Брэшчыне. На гэтым тыдні ў вобласці працягнулі работу грамадскія прыёмныя. Яны прымаюць ідэі і прапановы ад жыхароў па пытаннях канстытуцыйнай рэформы і ў цэлым далейшага развіцця рэгіёнаў і краіны. Звяртаюцца ў грамадскія прыёмныя і з набалелымі пытаннямі. Грамадская прыёмная чакае людзей неабыякавых да будучага Беларусі, тых, хто думае пра тое, як зрабіць жыццё лепш. Так жыхарку Івацэвіча Ганну Ільяшэвіч хвалюе развіццё маладзёжнага прадпрымальніцтва і стартапаў. В Ивацевичском районе существует бизнес-инкубатор, который оказывает поддержку молодым предпринимателям, но более такого теоретического характера. Хотелось, чтобы эта поддержка носила более практический характер. Например, в Барановичах есть бизнес-инкубатор. Это отремонтированное здание, не знаю, школы, не школы, какое там это здание. Но молодым предпринимателям там на льготных условиях предоставляется помещение для аренды. Хотелось бы, чтобы в нашем городе появилось такое же. Работа грамадскіх прыёмных дае магчымасць кожнаму выказацца і быць пачутым. І нават маленькая ініцыятыва можа выліцца ў вялікую добрую справу для краіны. Звяртаюцца ў грамадскія прыёмныя і з набалелымі праблемамі. Так пытанні брастаўчаніна Алега Капыркіна тычыліся ўладкавання афганскага дома, што на вуліцы Волгаградскай. Пэўныя праблемы жыльцы вырашаюць сваімі намаганнямі, але не ўсё ім па сілах. Капітальнага ремонта у нас такого ещё не было. Подкрасили только. И за это время стоянка, которая перед домом, разрушается, ей пользуются не только мы, те, которые приезжают на рынок Лагуна в выходные дни, очень большое напряжение на эту стоянку. В общем-то, разрушаются бордюры, тротуары асфальтированные, которые тоже уже нигде их нету практически. И, соответственно, вокруг дома тоже уже приходит в упадок. Я буду консультироваться с начальником ЖЭС, чтобы решить этот вопрос в самое ближайшее время. Если же что-то не получится, то будем обращаться в администрацию за помощью и решение, окончательное решение этого вопроса. Грамадскія прыёмныя працуюць не толькі пры гарвыканкамах. За ўвагі і прапановы наконт далейшага развіцця краіны прымаюць і ў грамадскай прыёмнай Брэсцкай абласной арганізацыі аб'яднання «Белая Русь». Яна працуе два разы на месяц. І за год тут ужо разгледзелі больш за 250 зваротаў грамадзян. Но если люди приходят к нам в общественную приёмную, то в приёме мы не отказываем, мы принимаем и письменные обращения, мы принимаем и телефонные звонки, это рассматривается. Сачыць за графіком работы грамадскіх прыёмных можна на афіцыйных сайтах гарвыканкамаў і абласной арганізацыі аб'яднання «Белая Русь». Традыцыйны бізнес-форум у чарговы раз прайшоў у Палескім дзяржаўным універсітэце на гэтым тыдні. У межах сустрэчы адбылася прэзентацыя гатовых да рэалізацыі інавацыйных праектаў і падпісання шэрагу дамоўленасцяў аб супрацоўніцтве паміж Пінскім тэхнапаркам і прадстаўнікамі беларускага бізнесу. З папраўкай на сённяшнюю эпідабстаноўку адбыўся чарговы бізнес-форум у Палескім універсітэце. Прадстаўнікі Украіны і Польшчы ўдзел у форуме ўзялі онлайн. Астатніх ужо ў рэжыме офлайн чакала прэзентацыя шэрагу інавацыйных распрацовак. У нашего технопарка основная задача – это развитие инновационного бизнес-предпринимательства, помощь предприятиям в реализации инновационных проектов, развитие науки, развитие бизнеса на территории Припятского Полесья. Большое количество было реализованных проектов, особенно в сфере экологии, модернизации очистных сооружений большого количества предприятий, также в сельском хозяйстве. Не столько новые, кольки адаптованные под новые потребования и тем самым на несколько парадков удосконаленные технологии продемонстрировали удельники презентации. Сирот проекта особливое место занимают готовые до реализации университетские распрацовки. Над знижением энергоемистости и максимальным повышением коэффициента корыстного деяния уластной техничной идеи працевали и брестские фермеры. Сегодня они не только выращивают продукт, але и метанакировано працуют над удосконалением технологии его вытворчести. Мы выращиваем ягоды, голубику, и также сейчас занялись производством сельскохозяйственной техники и вот гербицидных опрыскивателей. Мы как предприятие, то есть начали испытывать трудности с техникой, то есть не было техники, ну, не знали, какой техникой работать, проходили кучу регистраций, испытаний, получили на производство данных опрыскивателей лицензию.
выпуск выключно новой для себе техники планує наладзіць і один з пінскіх заводаў – «Кабліцмаш». Дзеля гэтай мэты таварыства падпісала трохбаковы договор, адпаведна якому тэхнапарк Палесі і Палескі ўніверсітэт не толькі пачнуць распрацоўваць тэхналагічныя рашэнні, але і забяспечыць поўнае суправаджэнне на этапе іх рэалізацыі. Все очень перспективно, все очень важно. Это и получение хороших продуктов в виде удобрения. Там требуется подключить ученых, которые немножко поработают с регламентами, с режимами переработки. У ответном кластере, створенном на базе технопарка 2 года тому, сегодня уже задейничены 32 субъекта господарения. Основный вид деяния – раслиноводство. Сярод 8 перспективных напрямков – аквакультура, вытворчасть БАДов и премиксов, технологии здорового ладу життя и водоочистки, живелогадовля. С 1 студеня у Бресте изменится система сбору и вывозу твердых бытовых отходов с закрытием иснующих смецепроводов и уладкованием новых заглыбленных контейнеров. Такие уже заявились у дворах жилых домов микрорайона Ковалева областного центра. Гэта не ноу-хау, а патрабаванне часу. Заглыбленыя кантэйнеры ўжо 10-годзямі выкарыстоўваюць за мяжой. Асноўная перавага такога метаду збору адходу – экалагічнасць. Смецце не будуць разносіць птушкі і грызуны, а бяздомныя жывёлы не змогуць ствараць антысанітарыю. Акрамя гэтага, новы падыход да збору адходаў павінен паспрыяць больш высокаму ўзроўню паасобнага збору. Сейчас у нас абустраюцца заглыбленыя площадкі, рядышкам располагаюцца кантэйнера для раздзельнага збору. Значит, при сборе через мусоропровод отходов и выкатных контейнеров система вот эта не позволяет производить раздельный сбор отходов людям. Вот. Для повышения уровня раздельного сбора, объемов их, именно устроены вот такие места сбора общие, где есть контейнер для сбора общих отходов смешанных, он будет помещен под землю. Новые контейнеры с крышкой и акенцем повинны обеспечить зручность выкидывания сметя. А миновито за подземного размещения внутри такого сметника невысокая температура, что обмежевывает распаусюджение неприемных пахов. Мусоропроводы создают как антисанитарную обстановку, могут заводиться насекомые, грызуны, периодически происходят засоры мусоропроводов, которые нужно устранять. Также в самих мусорокамерах тоже может скапливаться мусор. Работа по выкатке этих же контейнеров – это достаточно тяжелый труд. Где усталевывать подземные контейнеры? Брест – город с довольно щильной забудовой. Тому знайсти участки вольные от городских коммуникаций складано. Покуль, уличиваючи питание логистики, такие контейнеры будут активнее усталевывать на Ковалевце. Далее у планах микрорайоны Вулька и Усход. Анастасия Цекунда, Грана Капян, телерадиокомпания Брест. Аб тым, дзе яшчэ чакаць новых заглыбленых мусорных контейнераў, іх плюсах і перавагах перад звычайнымі, пагаворым з намеснікам генеральнага дырэктара Брэсцкага абласнога унітарнага прадпрыемства управлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэем Гашавым. Здравствуйте, Андрэй. Добрый день. Итак, давайте начнём нашу беседу с того, насколько вообще много мусора приходится ежедневно вывозить вот с улиц наших брестских, ну и в целом из региона. Если говорить о простой математике, то ежегодно в Брестской области образуется порядка 400 тысяч тонн коммунальных отходов. Если говорить на день, то делим на год, получается порядка 1000 тонн в день у нас население этого мусора выкидывает. Естественно, наибольшая доля приходится на областной центр. Порядка это 1/3 части, то есть порядка 300-250 тонн, если брать, говорите, в усредненном показателе в зависимости от сезона года, приходится на областной центр. Сколько сегодня уже установлено вот таких контейнеров нового типа, я их так назову, заглубленных контейнеров, и какова перспектива? Где в ближайшее время, возможно, они еще будут появляться? Для республики, в принципе, это не новшество, эти заглубленные контейнера. Мы в текущем году закончили оснащать заглубленными контейнерами именно город Пинск у нас. Наверное, в Брестской области это первопроходец город. Там нам позволило охватить весь населенный пункт этими контейнерами заглубленного типа. Мы перестроили полностью там систему сбора коммунальных отходов. Ну и, в принципе, это нам позволило отказаться от использования мусоропровода в столице Полесья, так сказать. То есть, фактически, сейчас
сейчас ни одного мусоропровода в городе Пинске. То есть там идут уже какие-то согласовательные работы. То есть, ну, до конца года ни одного мусоропровода в городе Пинске, в принципе, не будет. То есть уходим от системы, скажем, вот этого контейнерного сбора в домах. Так, правильно? Когда в каждом подъезде есть свой мусоропровод, куда люди все это утилизируют. То есть от этого сейчас будем уходить? В принципе, законодательством предусмотрена норма, которая не позволяет человеку выбрасывать отходы в единую емкость для сбора. Сейчас мы должны разделять эти отходы. Естественно, есть и контейнера для пластика, бумаги, стекла. Но если в домах функционирует мусоропровод, как правило, достичь данных показателей, ну, не предоставляется возможность. Естественно, человек в первую очередь ленится, не выходит на улицу, чтобы разделять эти отходы, а все кидает в общую массу, и, естественно, предприятия жилищно-коммунального хозяйства эти отходы вынуждены разделять, потому что штрафные санкции уже, как собственник отходов, когда он попадает в контейнер, ложатся на предприятие ЖКХ. В городе Бресте установка заглубленных контейнеров в первую очередь связана с тем, что есть у нас такой микрорайон Ковалева, как сказать, ограниченный улицами, там Волгоградская, Луцкая, 28 июля, и Октябрьских революций, там очень стесненная жилая застройка. Естественно, оборудовать под такой густозаселенный микрорайон открытые площадки, площадки открытого типа, это, естественно, занимает лишнюю площадь. То есть мы должны понимать, что один заглубленный контейнер это равняется 5 контейнерам наземного типа. То есть если мы видели в этом микрорайоне установлены 2 контейнера, это порядка до 15 метров квадратных должна быть площадка. Это очень довольно-таки большое, большая площадь. Большая площадь, да. И, естественно, земли, ну, наверное, землей так в густозаселенных населенных пунктах распоряжаться нельзя. Поэтому было принято решение. Ну, как решение, это инициатива, в принципе, предприятия, которые возят отходы, вот, оборудовать заглубленные контейнера. Основная проблема их установки – это наличие инженерных коммуникаций. В принципе, они устанавливаются там, где позволяет инженерия, то есть не затрагивать какие-то другие благи, которые оказываются населению. Вода, канализация, естественно, ну и теплоноситель. Означает ли это, что сегодня, в принципе, будут практически такие контейнеры появляться повсеместно? То есть везде, где установлены обычные площадки по сбору отходов, будут появляться вот такие заглубленные? Или нет? Или только в тех местах, где это в первую очередь необходимо, и все? Ну, в первую очередь будем придерживаться, наверное, политики целесообразности, в первую очередь экономической, и в вторую очередь, ну, понатыкивать эти контейнера во все места, в принципе, это условие, ну, точнее, мероприятие не из дешевых. Вот. И целесообразности нету как таковой, потому что достаточно, допустим, для каких-то площадок 2 контейнеров. Устанавливают туда большой контейнер, чтобы мусор там скапливался, слеживался. Долго стоял, и, да, и не возился, смысла, в принципе, смысла нету. Вот. Ну, такие вот густонаселенные места, где, вот я еще раз повторю, есть проблемы именно с размещением наземных контейнерных площадок, естественно, такая практика будет придерживаться. Вот. Я думаю, район Ковалева, наверное, это в первую очередь ощутит на себе, потому что сейчас идет приобретение, установили 23 емкости. Вот, до конца года планируется заключить контракт еще приблизительно на установку более 30 таких заглубленных емкостей. То есть приобретение, дальнейшая установка. Я думаю, в первом квартале жители города увидят еще порядка 30 таких дополнительных контейнеров в городе Брест. Если сегодня говорить о сознательности наших граждан в плане сортировки мусора, проводится какой-то анализ сегодня? Или же, в принципе, как и раньше, все в одну корзину? Слава богу, население становится у нас более сознательным. Естественно, хотелось бы, чтобы из этого населения 100% населения начинало разделять отходы и понимало, что, в принципе, это важно в первую очередь для них, а второе важно это для их детей. Потому что, понятно, можно сейчас загружать землю вот этими ненужными отходами, которые фактически мы можем разделить и в дальнейшем переработать и пустить на изготовление какой-то продукции, каких-то, ну, вещей именно хозяйственного назначения. Но население, естественно, вот мы проанализировали, даже если говорить о системе сбора, допустим, даже того же извлечения, то, естественно, даже проходя по площадкам того же областного центра, мы видим, что контейнера, если там любопытство будет заглянуть туда, мы видим, что они, если раньше они заполнялись там на дне, это вторсырье валялось, то сейчас даже есть такие моменты, что это вторсырье иногда, ну, не успеваем мы не можем, да, выкинуть, то есть, да, приходя на площадку, даже приводя свой, например, да,
То есть мы ставим рядышком, потому что контейнер для вторсырья заполнен. Это не потому, что предприятие ЖКХ работает плохо, это потому, что население становится более сознательным. Естественно, таких контейнеров просто надо устанавливать на этой площадке больше. Ну и, в принципе, эта модернизация этой системы, она ведется, можно сказать, ежедневно. Да? То есть предприятие продумывает стратегию развития системы раздельного сбора, продумывает дополнительные места установки, расширение контейнерного парка. Поэтому этот процесс, он начался в 2010 году, и останавливаться он пока не намерен. Можно ли говорить сегодня о других перспективных проектах в плане сбора, переработки, сортировки, утилизации мусора у нас в Брестской области? Ну, я уже акцентировал внимание, что мы не останавливаемся ни дня, поэтому в текущем году мы поменяем систему сбора в городе Каменец-Высокое, поменяем в Ганцевичах, в Ляховичах и, в принципе, в городе Малорита. То есть, ну, там будут применяться не заглубленные контейнера, а контейнера емкостью 1,1 куба, более современные контейнера, которые позволят нам где-то сократить периодичность вывоза, улучшить эстетическое состояние вот этих контейнерных площадок, ну и, в принципе, население, чтобы ощущало действительно комфорт от оказания вот этой непосредственной услуги. Из крупных проектов, если говорить, то ближайшая перспектива – это модернизация мусороперерабатывающего завода в городе Баранович. Проектно-сметная документация есть уже на этот завод, но в следующем году ожидаем поступления инвестиционных средств республиканских, чтобы начать реализацию этого проекта. Это и модернизация существующего производства, увеличение пропускной способности, установка автоматических узлов сортировки, так как у нас в городе Бресте. Хотелось бы подчеркнуть, что это единственный завод, где сейчас применяется на территории республики автоматическая система извлечения вторсырья. Вот. Ну и, в принципе, создание каких-то комплексов по компостированию органической части коммунальных отходов, ну и, естественно, то есть дробление крупногабаритных отходов, это те же диваны, двери, которые население выкидывает. Ну, пользуясь случаем, в завершении нашей беседы не могу не спросить о том, как сегодня идут работы в плане уборки территорий наших брестских улиц, в том числе вот зима, как всегда это бывает и часто пришла нежданно, как и в этом, наверное, году. Утром проснулись все, и очень-очень сильный гололед. Многие, ну, некоторые попали в аварию, некоторые кто-то падает. Ну, это, в принципе, ситуация, конечно, не новая, но в этом плане никаких сложностей нету. Прошлый год у нас прошел практически без снега, в этом году уже мы увидели снег. Я надеюсь, учитывая эпидемиостановку в стране, наверное, немножко поднялось все-таки настроение населению. Гололед – это, ну, наверное, отвыкли мы просто от него, да, то есть предприятия жилищно-коммунального хозяйства всегда готовы устранять вот эти, как сказать, шероховатости, наверное, возникающие на дорогах. Вот. Ну, естественно, техники, она вся исправна, вся готова, но уделить каждому участку дороги, то есть то внимание, которое, допустим, хочет тот либо иной человек, ну, не предоставляется возможным. Есть основные артерии, которые, городов, которые чистятся в первоочередном порядке, есть второстепенные, которые чистятся после основных. То есть, ну, маршрутные графики составлены, они соблюдаются, они выполняются. А гололед, хотелось бы сказать, что, наверное, в первую очередь должны быть аккуратнее сами водители, чтобы, ну, эти ситуации с авариями не создавались, потому что здоровье человека, наверное, коммунальники обеспечить не могут. Поэтому мы готовы помогать, а население должно соблюдать все правила осторожности. Что ж, спасибо вам за беседу. Новых, интересных и, главное, эффективных решений в коммунальной сфере. Спасибо большое. Нагадаю, гостем выніковой программы сегодня был наместник генерального директора Брестского областного унитарного предприемства Управления жилевой коммунальной господарки Андрей Гашов. Говорили про сучасные подходы сбору, утилизации, перепроцовки и вывозу сметя. У кожнага дзіцяці павінна быць сям'я, у якой яго чакаюць і любяць. У Беларусі працягваецца будаўніцтва дзіцячых дамоў сямейнага тыпу для дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі. Урачыстае адкрыццё чарговага з іх, 57-га ў Брэсцкай вобласці, адбылося днямі ў Ляхавічах. На вяселле ў ім справіла сям'я краўчэнняў, у якой будуць выхоўвацца трое сваіх і чацвёра прыёмных дзяцей. Вот это моя комната, это моя кровать, на которой я сплю, здесь мой стол, на котором я делаю уроки, моя труба, на которой занимаюсь музыкой. Для 9-годового Вовы тут все новое и незвыклое. И дом, у які заселились усяго несколько дней тому, и приемная семья, с якой только-только начинает знакомиться. Со мной, ну, нормально общаются, дружат. Мама с папой нормально относятся, не ругаются. Ну, в этом доме все отлично, всегда что-то новое узнаем.
У прыёмную сям'ю Вова трапіў разам з трыма сёстрамі – 10-гадовай Алёнай, а таксама з маленькімі Сашай і Варай, якім 5 і 6 гадоў. Мне понять, что у нас бы еще и дом новый. Мне понять, это комната. Мне с папой понять. С папой и мамой люблю. Сім'ї ляхавічан Дмитрія Кацярини Краўчыню 15 гадоў. Жонка – педагог, а муж – юрист по адукації. У пары ўжо ёсць трое сваіх дзяцей – 12-гадовая Ксенія, 8-гадовый Іван і 6-гадовая Яна. Сям'я актыўная, дзеці займаюцца ў мностве гурткоў і секцій – ад музыкі і турызму да караты і верхавой язды. Але Кацярына і Дмитрій вырашылі, што сілы жадання дапамагаць і клапаціцца ў іх хопіць і яшчэ на чацвярых прыёмных дзяцей. Мы изначально планировали, что семья у нас будет большая. Вот. На данный момент у нас своих трое детей. Вот. И в недавнее время нам предложили пополнение. Вот, быть семьей, воспитателями в доме семейного типа. Вот. Мы обдумали это решение, как бы принималось не спонтанно, мы как бы подумали. Так как мы люди жизнерадостные, вот, любим детей. И, просто подумали и решили, что мы это сможем сделать, и мы можем дать что-то детям. Мы, конечно, понимаем, что будет довольно сложно, но трудностей мы не боимся, потому что мы вместе, мы друг друга поддерживаем, дети тоже класныя все і тоже поддерживают друг друга. Для такой вялікай сям'і патрэбна прасторнае і утульнае жыллё. Наваселле ў новым доме па вуліцы Чкалава справілі весела з музыкай, падарункамі і мноствам высокіх гасцей. Дарэчы, гэта ўжо 3-ці дзіцячы дом сямейнага тыпу ў Ляхавічах і 57-ы на Брэшчыне. Будуюцца яны ў межах дзяржаўнай праграмы «Дзеці Беларусі». На новы дом з рэспубліканскага і раённага бюджэту было выдаткавана больш за 535 тысяч рублёў. Наверное, не надо сейчас объяснять, что это такое, когда ребенок может прикоснуться к теплу матери, к строгости определенной отца, когда он воспитывается в нормальных семейных условиях, а не в казенных условиях любого, даже самого хорошего интерната или дома сиротского. Поэтому программа будет долго реализовываться. Дарэчы, яшчэ адзін дзіцячы дом сямейнага тыпу прыме Новасёлаў до конца гэтага года і ў Ленінскім районе Брэста. У сувязі з пандэміяй каронавірусу ў паліклінічных медыцынскіх установах на гэтым тыдні пачалі працаваць кол-цэнтры. Сацыяльныя службы таксама робяць стаўку на гарачыя тэлефонныя лініі. Праз іх аказваюць паслугі адзінокім пажылым і інвалідам. Слушаю, паліклініка номер 3, кол-цэнтр. На іншым канцы тэлефона ўсхваляваны пацыент, які мяркуе, што ў яго каранавірусная інфекцыя. Павышаная тэмпература, цяжкае дыханне і слабасць. Рэгістратар кансультуе. Калі з'явіліся сімптомы, падобныя на COVID-19, важна заставацца дома і выклікаць урача. Кол-центр у нас в 3-й поликлинике начал свою работу 16 ноября. Вообще, это, как обычно спрашивают, что это такое, мы говорим, что это справка по ковиду. Пациенты звонят, спрашивают, сколько дней на изоляции, какие симптомы, что ему делать, если у него поднялась температура. Говорят, что в колл-центр проще дозвониться, чем в регистратуру. Таким чином новое введение допомагает оптимизовать працу медработников, а так само оказать допомогу пациентам, которые не имеют возможности прийти на прием. У городской поликлинице номер 6 организована работа одразу 3 кол-центров, по одним из яких консультуй и психотерапевт. Такие горячие линии повышают якость обслуживания граждан, у приватности их досвеченность по пытаниях коронавирусной инфекции. Основными вопросами это, конечно, остается выписка лекарственных средств, потому что многие волнуются приходить в поликлинику. У нас обычно в кабинете, там, где колл-центр, находится несколько человек, потому что если я получила информацию, я ее получила, и я за нее несу ответственность. Я начинаю эту информацию передавать, либо держать на контроле. Гарачыя тэлефонныя лініі сёння ўжо звыклая з'ява і для сацыяльных службаў. Адзінокія пажылыя і інваліды такім чынам могуць замовіць дастаўку на дом тавару першай неабходнасці і лекаў. Паслуга арганізавана з мэтай паменшыць знаходжанне грамадзян з груп рызыкі ў месцах з масавым знаходжаннем людзей ва ўмовах складанай эпідсітуацыі. Ежедневна паступае ад 2 до 5 званкоў
по доставке продуктов и в основном лекарственных препаратов. Волонтеры выполняют свою работу, конечно же, с соблюдением всех профилактических мер. То бишь они обеспечены марлевыми повязками, дезинфицирующими средствами, перчатками. А главное – энтузиазма в робить добрую справу. Где-то можно покупать в ближайшем магазине? Да, здесь вот рядом. Хорошо. С Анти. Вот вам денежки. Практично каждый день волонтеры БРСМ и Червоного Крыжа отправляются по адресах пенсионеров. Механизм деяния отпрацаваны, группа по реагированию на допомогу сформирована. Усе неабыяковые громадяне так само могут поудельничать у доброй справе. Юлия Селюк, София Бережная, Людмила Салзана, Тиграна Капян, телерадиокомпания «Брест». Спасибо большое. Каля 10 тысяч новобранцев восеньского призыву пополнили шерохи узброенных сил Беларуси и інших войсковых формирований Украины. Напередодні па ўсей Беларусі адбыліся ўрачыстыя рытуалы прыняцця прысягі. На гэты раз за неспрыяльныя эпідсітуацыі яны прайшлі ў вайсковых часцях. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Месяц незвыклого распорядку дня с тренировками, подрыхтовкой до самого важного дня войску присяги минул. 709 новобранцев 38-й десантно-штурмовой бригады дали клятву о родиме. За месяц, даже вот в этих тяжелейших условиях, и пандемия, и погодные условия у нас были, мы сумели их подготовить, они уже завершают подготовку к своему первому прыжку, они все выполнили упражнения учебных стрельб, то есть уже адаптировались. Бригадные тактичные обучения красовику станут первыми серьезными выпробованиями для нового пополнения. Затем белорусско-китайская тренировка, армейские гульни, восеньские, белорусско-российские тактичные обучения. Это, естественно, самый важный этап, даже можно так сказать, в жизни день каждого для военного, парня. Да, для и военного. Становиться мужчиной. Становиться мужчиной для продолжения. То, чтобы показывать своим сыновьям, когда они появятся, что твой отец добился чего-то и стал кем-то. Наш папа тоже военный, бывший военный, он сейчас в отставке. Сын продолжает стопы отца. Ну, конечно, мне как матери очень тяжело, конечно, что ребенок в армии. Я как мать переживаю, чтобы было все хорошо. Присягнули на верность Айчине 23 новобранцы 111-й артиллерийской бригады 48-го особного батальона радиоэлектронной борьбы. После Нового года до Рождества мы планируем перевести всех военнослужащих в свои подразделения, где они уже совместно будут выполнять задачу, проходить этапы слаживания, одиночную подготовку, слаживание отделений, взводов, батарей. И венцом подготовки в первом полугодии станет тактическое учение или контрольное занятие по специальной подготовке с боевой стрельбой в составе дивизионов. Следующий год будет достаточно интересный, насыщен мероприятиями боевой подготовки. Будем выполнять мероприятия на полигонах Республики Беларусь. И венцом или окончанием всей деятельности в следующем году будет примем участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021» совместно с Российской Федерацией. Усе яны прибыли с разных кутков нашей страны для одной мэты – учиться военной справе по необходимости стать на оборону независимости Беларуси. Это, наверное, один из этапов становления гадкого утенка, превращения в красивого лебедя. То есть мужчина должен быть мужчиной. И армия, как правило, нашу молодежь такими мужчинами потом их и делает. Приятный ответственный момент сегодня произошел. Принял военную присягу. Ну и буду защищать свою родину. Сильно переживаем, чтобы все было благополучно, хорошо, чтобы отслужил, отдал долг родине. Вот, мы его настраивали с самого детства, что это обязательное. Служба. Для меня это очень важный день, потому что каждый мужчина должен защищать свою страну, должен защищать ее независимость и должен принести присягу на благо Родины. Теперь каждый из них полноправный солдат Республики Беларусь. Напереди штодённая боевая учеба, отрывание профессии оборонцы айчины. Идеи, какие хочется реализовать. Лепшие молодежные проекты представили на этом тыдне на областный этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
На гэты раз инновацыйныя спаборніцтвы прайшлі ў онлайн-фармаце. Эксперты ж сабраліся ў брэсцкім навукова-тэхналагічным парку. На сувязі усе аўтары. Час на прадстаўленне праекта 8 хвілін. Не больш за 3 на абарону, не больш за 5 на пытанні. Задача экспертаў ацаніць ідэю па актуальнасці, практычнай значнасці і рэальнасці ўвасаблення. Стартапы рознай накіраванасці, больш з іх прадстаўлена ў намінацыі грамадства, эканоміка і сацыяльная сфера. Так, недахоп індывідуальных сродкаў аховы на пачатку першай хвалі COVID-19 у вучняў Валішчынскай сярэдняй школы Пінскага раёна выклікаў ідэю стварэння праекта дапамогі медыкам. Меня зовут Королев Дмитрий, и я являюсь учащимся 9 класса Валичинской средней школы Пинского района. Я представляю вашему вниманию проект «Школа медикам. Изготовление защитных экранов посредством 3D-печати». Всего почти за 2 месяца работы было изготовлено около 550 экранов. Из них около 500 было передано в различные учреждения здравоохранения Пинского района и города Пинска. Мабільныя дадаткі, паліва, якое атрымліваецца шляхам электролізу вады, ДНК-тэхналогіі для павышэння малочнай прадуктыўнасці. Усяго 38 стартапаў амаль ад кожнага раёна вобласці. Мы анализировали за последние 5 лет проведение 100 идей для Беларуси. 390 проектов вообще приняло за эту пятилетку. Вот. Есть проекты, которые реализованы. Конечно же, победители поедут на республиканский этап. Там они, я уверен, что достойно представят нашу область. На любом этапе развития общества очень важны свежие новые идеи, новые подходы, свежая кровь в развитии всех направлений нашей жизни. И вот этот конкурс как раз тому подтверждение. Я уверен, что Брестский регион будет достойно принимать участие, и наши работы на республиканском уровне будут воплощены в жизнь. Поэтому это очень важно, нужно, и мы это будем всегда поддерживать. У выніку 10 проектов Брестской области примут удел у финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Новогодние огни на гэтым тыдні запалили и у резиденции белорусского Деда Мороза у Белавежской пушчы. До пушчанская чаровника вернулась унушка Снягурочка и матуля Зима. Их сустрэшу отзначили, як завжды, цікаво и весело. Дедуля Мороз нарэшце сустракае сваю сям'ю. Вельмі засумаваў. Іх не было амаль 10 месяцаў. Па даўняй традыцыі ў масленіцу унучка Снягурачка, дзяўчаты дошкі і матуля Зіма адпраўляюцца на паўднёвы полюс, вывучаць клімат і дапамагаць палярнікам. І вось час вяртацца дадому. К этой встрече готовились мы очень долго, в полном составе, как и в прошлом году. Очень соскучились по нашему Дедушке Морозу, по детишкам, по гостям. Но на Южном полюсе мы, конечно, тоже без дела не сидели. Нужно было для всех приготовить подарочки. Вот, везем. Теплые обдымки, радость от сустрэши и одразу до работы. Яе напередине свята заўсёды шмат. Разобрать корреспонденцию, сустрэць гостей, падрыхтаваць подарунки и нават раскрыть некоторые сакрэты цуда. Волшебство ведь создается очень просто, мои хорошие. Что такое волшебство? Это внутренняя доброта, которая есть в человеке. Если человек добрый, можно считать, что он даже волшебник. А для того, чтобы сбылось что-то, какое-то чудесное действие, допустим, какое-то желание, просто нужно очень сильно верить в это все. Верить и хотеть, чтобы оно сбылось. И оно обязательно сбудется. Сядзіба Деда Мороза до новогодних святов готова. У кожным кутку гостей чакае казка. Своих гостей казачнага домика сустракая и бабуля Каргота. И она кажет, что жартовать вельми не будет, и тому рада и маленьким, и дорослым. Каргота – сестра бабы Яги, и тому пошуцю гумора у е отповедная. Может посадить у пешку, те кого-нибудь выкрасти. Але? Держу слово Дедушке Морозу, которое дала. Мне нельзя бедокурить и нельзя вредить. Я же теперь добрая, люблю детей и уважаю взрослых. Гостей чакае і палена 12 месяцаў, дзе можна загадаць сваё самае запаветнае жаданне. Аб тым, што яны ажыццяўляюцца, сведчыць казачная статыстыка. Госці маёнка завязваюць на галінках ялінак яркія стужачкі. Свая статыстыка і ў чароўнай карэспандэнцыі. Штогод напярэдадні святаў у сядзібу прыходзіць да 30 тысяч лістоў ад маленькіх і дарослых. Настроение хорошее, предновогоднее открытие сезона, поэтому решили впервые сюда приехать. Да. А кто тебе больше понравился, Дед Мороз или Снегурочка? Дед Мороз. А почему? Это он хаосный. Мы решили сюда приехать именно сегодня, потому что выходной у всей семьи так совпало. Выехали в 3:30 утра. Вот. И приехали сюда, чтобы почувствовать себя снова в сказке. Приехали с Гродненской области в Беловежской пуще. Ну, мы второй раз взрослые. А ребенок первый. Ребенка привезли в первый раз. Первый раз привезли. Нравится тебе здесь? Mm-hmm.
А уже увечеры тут зазяла агеньчиками головная елка майонка. А это значит, что час казок и цуду распачался. Вось на такой приемной новине завершаем информационный блок. Спадзяемся, наступный снежанский тыдень будет так само богатый на приемные и цікавые подеи. Яго выники подведем у наступную неделю у гэты ж час. До сустрэчы!